Знаете, на мой взгляд, вот мы с детишками ездили на Олимпиаду в Сочи, да. Если в 2018 году будет проводиться чемпионат мира по футболу у нас в стране, мне кажется, это было бы очень здорово, потому что вот что произошло в Сочи, да. Ну, во-первых, это просто не передать, это неописуемо. Вот этот посыл добра, когда вот мы присутствовали на Олимпиаде, мы были непосредственно на закрытии. Такое ощущение, знаете, вот когда хочется сравнить с гостеприимными хозяевами, когда ко мне домой приходят гости, я на стол ставлю все самое лучшее, там хлеб, соль, хочется их встретить, да, там обогреть, там накормить, уложить спать как можно вот мягче, да, то есть вот это постелите. Вы знаете, вот наша страна была такой вот гостеприимной хозяйкой, которая встречала вот эти различные страны, континенты. Просто она показала себя вот как очень гостеприимная, уважающая, принимающая сторона. И, конечно же, хотелось бы опять это повторить. За проведение Олимпиады было вот как бы очень налажено и построено очень много различных объектов, которые в дальнейшем нужны. Было бы здорово, если бы как-то развилась в большей степени инфраструктура, да. Очень-очень много было уделено внимания инвалидам, были предусмотрены специальные пандусы, специальные расширенные турникеты, да, специальные баги с выдвижными какими-то вот этими горочками. Ну, просто люди с ограниченными возможностями могут сейчас, находясь в этом городе, чувствовать себя полноценными, да, неограниченными в жизни. Они могут передвигаться спокойно, да, это же все там осталось. И вот знаете, вот это все произошло благодаря Олимпиаде, наверное, да. И, конечно, если у нас тоже вот такое произойдет, благодаря чемпионату по футболу, это будет очень здорово. И как можно говорить о том, что это плохо или как-то это негативно, да надо стараться, надо стремиться, надо идти к этому, надо идти делать все возможное, чтобы, знаете, вот этого просто вот добиться. Не нужно воевать, не нужно конфликтовать, надо вот делать вот именно такие добрые, позитивные дела. Нужно жить добром, вот такими вот праздниками в жизни. Ну, чем мы занимаемся, да? Воюем, злимся, вражда. На что у нас тратится время? А надо именно вкладывать все вот в это добро, в то, чтобы отдать что-то людям позитивное, светлое, надежду на хорошую, качественную жизнь.